Сейчас. Ну, да,
Да, движение не сделай, да. Молодец, молодец, молодец. Давайте мостик также сделаем. Ну, спиной туда можно. Спокойненько на полушку. Стоп у нас хватает. Можно, может, мостик ручком здесь оставить. Можно на этом уровне оставить. Желательно руками дойти до конца. Надо до земли жевать. Так, так, с этими. Чуть противоположно, ложить в сторону.
Я так-то верю, Стася, но все равно контроль превыше всего. Тем более в таких ситуациях, которые сейчас происходят, контроль превыше всего. Сейчас еще раз чувствую, сегодня ты мне давал с моим с контролем поиграть, если прям более дал мне сегодня. Отложи контроль. Вот сюда можно бросить. Почему? Потому что... Задача, смотри, я делаю сначала колющие движения, ты сохраняешь себя на пятаке, обкатываешь. Спокойно входит. Пятачок, ну, перекрестил. Вот ты все, ножками здесь стоишь. Старайся никуда не убегать. Сейчас не музыку. Ай-яй. Денис мне всегда в упор ставит, да и раньше всегда это говорили, Серега, почему мы так мало делаем с шестом? Чего? Всего, да. Это одна из основ. То есть, и так это уже на протяжении скольких лет. Все время, почему мы так мало делаем с шестом? Надо же делать много. Крест, перекрестик, пятак держи, не уходи. Перекрестик, пятак. Все. Просто здесь пятака нет, здесь крест. Че, Сантеев, отключены? Денис! Макар, ты где? Бам! Потому что ты делаешь акцент на руках, а надо тебе тело не снять, и руки пока старайся не включать. Тебе надо... Первое, помнишь, да? Смелее, там я в жилете. Руками я потом чуть-чуть делаю. Да. Так, на место. Каждый должен знать для своего места. Еще, я делаю, помню, да? Я учусь колоть. Это самое простое действие. Я учусь колоть. Ты без рывков на месте. Спинки ко мне простой, животом. Вот смотри, я иду. Не дергайся рано, дай возможность колоть. Помнишь как? Телу самому не понравится, она научится сама, она вспомнит. Не нравится? Стой, усилий делай, чтобы выстоять. А потом дай волю, отпусти тело. Оно само сделает. Здесь ты можешь смотреть. Ты сначала обкатал плечиком, снял его, можешь вверх вниз направить, направил вверх, ну вот красавчик, бак снял, есть молодец, да. Еще ручки можно теперь, стоп, еще раз. Бак, плечиком снял, и вот здесь прям вот, здесь прям на краю прям откинет себя, от себя, раз, да. То есть получится вот это здесь. Сюда, ага, красавец, вот там. Не надо. Молодец, обкатывай. Чай, да. Чтобы мы все делали, ты смотришь. А вот видишь, что место. Молодец. И этот, а последующий, да. Он потом фух, будет, ты как бы волну руку тык. Мы сейчас. Это будет что-то с чем. Да. Я почему? Я несколько дней не тренировался, занятия акцент делал, но усталости. Нам не хватает времени встать. Просто тупо не успеваю встать. А я хочу, чтобы мы сейчас встали. Ну мы такими, да.
Если вы сейчас помните, как это делается. Молодец. Оп, красавчик. Сейчас я буду чуть побыстрее, поинтенсивнее. Это всего лишь школа, пока не ударит даже. Пытайся словить, куда оно пойдет, оно само придет. То есть умом, ну, тяжело осознать. Молодец. Кстати, вот фокусы потом показывают разные граждане, которые там разные стили делают. На самом деле это не просто фокус, как внимание зрителя акцентирует. Это на самом деле действие, когда надо оттачивать тысячи раз за раз. На, поделай плечи. Да, оно само. Давай, на тачке. Не криминализуется. Это состояние станет все микро. Ну, время остановится. Нужно будет подходить и думать. И все это в долю секунды, пока сэр даже не понимает. Он подошел, посмотрел, изучил и отошел на свое место. А у него восприятие, ты там же и станешь еще. Молодец, хорошо, осталось отрепетировать.
Нет, только ты подкрадываться будешь вот так. Фура! Чё? На руку, ты видишь здесь? А я на руку просто. Давай, это знаешь, что теперь вот такой, вот я как хотел, смотри. Делай. Секунду, секунду, Стас, я сейчас покажу, отойди. Я тебе покажу. Я могу говорить лица. Ты его так сделал. Что? Вот так. Подкрался первый. А дальше он здесь прошел, ушел. Второй подкрался уже. Раз! Избой его. Она... Смотри, с тобой сейчас будет действие. Романыч, аккуратно, братан, аккуратно. Смотри-ка, отойди. Я тебе покажу просто частоту действий, которая собирает. Да. Вот, я буду сам. Как считаешь? Вот, да. Давай, смотри. Первый сейчас, смотри, мой сейчас. Аккуратно. Расстояние. Вот, выберем. Вот. Близко, я просто не вижу. Ну все, я могу. Близко. Вот, давай, стой. Смотри, как же сейчас проверить, когда ты руки касаешься. Нет, иди сюда, не туда, назад не отходи. Вот. Назад не отходи. Сейчас по руке давай посмотрим. Вот. Еще. Не еще. Вот. Подожди. Раз. Вот. А вот это да, я уже как бы тебе мог. Ну, а да тут что, что-то нужно здесь попинтовать. Я так думаю. Чтобы я вообще в ужас спал. Спал туда. Так. Первый вот такой кучка. Да, первый прям вот. Бензитер, вот тот, что ты прямо там уже сам был. Вот, да. Ну ладно, давай. Крадо вот здесь. Стоять. Вот. Здорово. Тебе надо замат. Это должен быть между вторым и третьим маленький пауза. Окно маленькое, маленькое. Значит, первое. Да, первое окно большое. Стоим. Стоим просто, пока не пройдет. Давай. Раз. Красиво. Стивен Михаил Висиба. Красиво ушел. Укатился. Ладно, знаешь, давай, ну, это...